Группа «Век» из города Ханты-Мансийск. Давайте так, давайте поговорим о приоритетах и о влияниях. Что на вас влияет, вот что вас вот облучает в хорошем смысле этими смертоносными хард-роковыми лучами? Ну, лично меня на это вдохновил мой отец. Потому что весь олдовый музон в духе тех же Pink Floyd, Queen, Deep Purple, Black Sabbath — это все от него. Поэтому вот я на этом рос, как-то это во мне произрастало, культивировалось. Потом происходил поиск нового. Потом я дошел уже и до радиохедов, и до всех этих. Вот, а отвечая на вопрос конкретно, что именно вдохновляет, на самом деле одна простая мысль. Изначально музыка нужна для того, чтобы передавать эмоции или возбуждать эмоции в человеке, чтобы ты не просто там поиграл, там... Не, ну есть и такая музыка, да. Но конкретно вот в моем понимании, что вот я сыграл, да и неважно, чем он вдохновлено, на самом деле. Вот если ты вот инфлюенс это чувствуешь, вот что тебя тронуло что-то где-то, то значит хорошо. Вопрос к Анастасии. К тонкой девушке с прекрасным голосом, которая, когда начинает петь, сразу начинает пахнуть, знаете, каким-то вот таким отстраненным русским роком. Как тебе с этими монстрами ханты-мансийского харда вообще вместе уживается? Ну, это прекрасные ребята, хорошие музыканты. Ну, другого ответа я не ожидал, да. Нет, она может поливать нас грязью, если захочет. Мы все равно будем вместе дальше. Ну, это происходит нам на репетициях, видимо, да. Нет, ты у них, вот этот ледокол, который через сибирские морозы восьмимесячные прет и делает вот эту вот замечательную музыку, и главный вот этот вот канальчик для связи с космосом. Или же все-таки кто-то из них, или вы все вместе? Вот такой вот вопрос. Пусть ответит Валера, да. Вот, по поводу ролей в группе. На самом деле все происходит очень просто. Я пишу в последнее время музыку, похоже, на в духе Radiohead, Тома Йорка. Вот это... пахнуло этой радиохедовой вечерней прохладой. Это вот, вот то, да. Что это я слышал. Приношу материал на репетицию. Настя придумывает мелодию, мы вместе садимся там, что-нибудь придумываем. Я прихожу, говорю, ребята, смотрите, какая прикольная песня, сложная. Ребята смотрят такие, говорят, Валер, ну это сложно, давай проще. И мы вот так вот договариваемся, уживаемся. Так что как-то так работаем. По поводу связи с космосом, но вот конкретно вот эти песни, ну, не хвастовство ради, вот, лирика вся была написана мной.